Это ночная, помни? А чё толстый не выиграл? Я за толстого болел. Это двойники, ребята, это клоны персонажей, которые стали злыми. О, господи, что помни, Варпун. Она меня аж ослепила. Ах ты, таракан унитазный. А ну быстро вылази. У каждого свои карточки, атака или защита. И мы посмотрим сейчас... Чудо вокруг, ты лишь оглянись. Как Мэтт из ночных кошмаров. Он как бы и так не красавчик. Рогата в кукольном домике живет. А ты сможешь подписаться и поставить лайк за 3 секунды? 1, 2, 3. Молодец, спасибо, ты настоящий искатель приключений. Новый персонаж цифрового цирка, всем привет! Привет, друзья, это Валеришка Геймс! Это помни, ей снится сон! Ого! Это ночная, помни? Обалдеть! Ребята, вы видели? Поехали! Короче, батл шотов! Окей, и давайте. Сейчас мы с вами будем соревноваться между шотами, посвященными персонажу цифрового цирка. Давайте. Да, друзья? И кто у нас Round one. Победит? Раунд 1. Ребята, болеем! Денвил, воу, скелет смотри какой! Кроль! А чё толстый не выиграл? Я за толстого болел. Воу. Блин, а почему арбуз выиграл? Я не понял. Воу. Рогата груша. О, смотри, какая вот зубл краб. Обалдеть, королёр. Вот королёр, короче, мозг вот купырышку. Клубничка. Банан. Глоин. Выигрывает. Почему левые, блин, так выигрывают сильно? Луна, солнце. Ой, у солнца что-то там болтается внизу. А, это фрукты, короче. Да. И победитель у нас левый. Да, друзья. Блин, Гэнгл зачеркнули. Персонажи цифрового цирка, где они живут? Они все живут в цифровом цирке. Помни, жила в таком прекрасном доме. Джекс, за кулиси? Джекс, я всегда подозревал, что с тобой что-то не так. Зубы. Ты был NPC. В магазине этих разноцветных одежд. Ого, в казарме. Прикольно. Королёв в санатуре. Рогата в кукольном домике живет. Королёв просто ждал, пока им на швейной фабрике. Нет, я этот, короче, там, смотри, какой прикольный был уютный дом. Кауфман живет в свою комнату. А чё Кауфман так не повезло? Я не понял. Луна живет на небе. О май гад. Логично, ребята. Пузырёк. Живет в Кейне. Глоинки где живут? Между стен. Я в твоих стенах. Как таракан. Спасибо. Королева Глоинков живет у нас, это что такое, закусочная? Вау, воу, какой дворец у Кейна. Кейн, давай мы к себе все переедем. С двумя бассейнами. Манекен. Манекены живут. В Икее. Обалдеть. Прикидывай. Погнали, ребята. Играем сегодня в крутую интерактивную игру, когда, упомни, что-то случилось с зубами. Посмотрите. Будем разгадывать Кейна. Джекс и помни, играть крестики-нолики. И, конечно же, будем чистить зубы, помни. Давайте. Погнали, помни, просыпается. И ничего не подозреваем. Просыпайся. Вот, день наступил в окне. Помни, давай. Класс. Пора снимать маску. А, это она вышла в ванну, я понял. О, господи, что помню, Варпун. Она меня аж ослепила. Я ж прям этот запах почувствовал, ребята. Можно беспокоиться? Хорошо. Мы сейчас... А то я потом не смогу ни есть, ни пить. Я не знаю, мне кажется, помнишь, что-то на ночь съела прям очень отвратительно и много. И забыла почистить зубы. Друзья, да, не забывайте чистить зубы утром и вечером. Иначе проснетесь и будете как помни. С такими козюлями во рту. А, ну да, мылом в рот, то, что надо. А, это лосьон. Вау, не, мыло. И чистим это зубы. Мыло. Это мыло? Да, не бывает да, мыло. Мыло в рот нельзя, ребят, не пейте мыло. Все, ну, блестит. Только если вы не... Смотри, как она запивает. Полощет. Пополоскали. Супер. Щеточку помыли, на место положили. И отправляемся дальше гулять. Ну, у тебя и рот, помни. Сейчас помни готовиться... Одеваться. А, помни идет в школу или помни идет в цирк? Или помни идет на свидание? Помни, ты куда идешь? Ого, у тебя гардероб. А что у тебя в шкафу одежда Джекса? Одевай. Мы не будем об этом говорить. Рогаты на платье. Мы рогате не скажем. Нифига. Подходит. Все такие не-не-не. Клоунский костюм. А почему мы не оденем Ребята, Джекса? Поддержите лайком эту серию, если вы еще не поставили. Спасибо за ваши пальчики вверх. Они очень-очень нам помогают. Так, сандалики. И... Не та нога. И перчатки. Ой, уши. Да. Помни уши, то, что надо. Не нравится, блин, ладно. Давай, помни, давай не согласна. Давай шапку. Помни такая вышка. Кстати, а чьи вот эти были желтые перчатки? Джекса, Джекса, наверное. Так, продолжение. Ребята нашего раунда. Вот тот. Вау. Какой слева. Фига, это какой-то этот хомяк-космонавт. Слева. Кошка. Ничего себе. Слева. А почему левые побеждают? Слева. Короче, те какие-то эти, получается, справа, военные, а эти... Эти просто слева. Просто кошки. Это кошки. Слева. А те... Слева. А те какие-то самураи. Не военные, мне кажется.
Ну, смотри, помни, не очень-то и военная. Опять левые выиграли. Это что такое? Я хочу, чтобы правые выиграли хоть раз. Ребята, у нас с вами пройдет турнирная таблица. Там будут полуфиналы, финалы, и перейдем на правую часть. Погнали, угадываем, кого мы с вами сейчас делаем. Персонажи какой игры? Лера, говори. Poppy Playtime 3. Фига себе, у нас видели какие? Это очки или что? Это маска? Это маска шлем, мотоциклиста? Это шлем. Это Это мобила, iPhone, это iPhone Pro Max. Pro Max. А потом будет, это iPhone, iPhone Pro Max. Это... Да, ребят, как зовут эту девушку босса? Напишите в комментариях. Poppy? Из Poppy Playtime 3. Как зовут эту страшную эту? Извините, а вы... Бойсиху. Это, видимо, она же. Она. Только когда ей стало немного нехорошо, и она немножко разозлилась. Видели, она какая у нее выросла. Булава огромная? Такая, и она шипами. Дубасила в игре. Слон. Это так, это у нас Пиги-пиги. Как пиги-пиги. Ну, свинья, что взять, свинья. Это Догдей. Это у нас зеленый, кто? Кроль. Кроль. Хоппи. Хоппи, хоп-скотч. Кэтнэп. И, конечно же, медведь наш. Хагбер, да, его Хагибер. Да, ой, цыпленок. А что у цыпленка ухо? Видели? Это кики-чики. Обалдеть. Так, ребята, давайте. И делаем локацию. Саму Poppy Playtime. Давайте, ребят. Это... Нет, локация, где жили персонажи, друзья, которых мы с вами встретили в игре. Серьезно? Смотрите все наши каналы, друзья, в описании ссылочки. Да. И мы открыли новый канал в описании ссылочка. Влад и Лера играют. В описании, ребят, переходите после этого видео. Так, это у нас... кто у нас со звездочкой? С солнышком. Солнышком. Догдей. Догдей у нас с солнышком. Только это больше на звезду похоже. А почему? Ну, видимо, в Лего солнышка не было. Он висит. Да, он прикован. Блин. Бедный наш. Кэтнэп. Если это ты, я тебя... Это, придумал. Мне кажется, работа дело рук Кэтнэпа. 100%. А вот, кстати, наверное, и он. Да, конечно. Делаем. Так, ребята, обязательно досмотрите до конца. И спасибо большое каналу, который делает такие штуки. Ссылки в описании. Сегодня еще очень-очень много крутого. И будет, конечно же, сюрпризы для тебя. И крутая история. Обязательно оставайтесь. Воу. А что с ним такое? Как кот будет стоять там? Как кот, которого напугали? Или как кот, который написал и боится, что его рассекретят? Второй вариант. Ага. Делаем голову. Давайте. Лего. Ребят, кто больше любит делать лего, кто больше любит лепить пластилин, кто больше любит что, может глину, может песок, может быть бумагу, картон, резать или рисовать. Может, это кассета, которую мы с вами смотрели в игре. Мы на Валеришка Плей играли в Poppy Playtime 3. Хаги. Это хаги? Да, 100% хаги. А интересно, у него будет такая же криповая рожа, как в самой игре? Ставки. Интересно, в Лего есть такие вообще страшные лица? Как вы думаете? Делай ставки, давай. Будет или нет? Когти. У него когти больше головы. Так, смотрите, они... Откуда ты знаешь, какая у него будет голова? Они делают основу. Кстати, голова похожа на телевизор из предыдущего сюжета с видеокассетой. По-моему. Какое сравнение? Я шучу. Погнали, друзья! Угадайте, кто это? Тивимен. Давно у нас не было скибериталя. Нет, блин, не Я даже подсоскучился. Откручиваем ему экран и достаем голову. Обалдеть. Блин. Что, внутрь прям? Сейчас будем залазить внутрь Тивимена. Ребята, и посмотрим. Там у него не все красиво. Может быть, там паразит? Провода? Блин, Тивимен, прости. Мы тебя потом обязательно починим. Да, это точно. Честное слово. Починим. Я думаю, да. Точно. Там он бумажный. Ну, какой-то он немножко дохлый. У него паразит внутри. Доставай! Быстро достаем. Ой, да не хочет. Да прячется. Давай, иди сюда. Ах ты, таракан унитазный. А ну, быстро вылази. Воу-воу-воу. Давай быстрее. Все. Они ой, так, он шевелится. Они так хотели его вытащить. Прям так старались. Так, быстренько вставляем назад. И все. Как будто бы ни в чем не бывало. Тивимен! Томатово. Закручиваем. И сейчас он, наверное, оживет. Интересно, оживет или нет? Мы не вставили голову. И? Вставили. А, надо еще прикрутить болт. Включить надо. Она оживает. Он. Но ему что-то не понравилось. Ну и что? Я ошикнул. Ребята, файт! Ребята, сейчас будет Mortal Kombat. Батл между Скибиди Туалетом и Тивименом. У каждого свои карточки, атака или защита. И мы посмотрим сейчас, кто Давайте. На что попадет. Воу. Так, один должен атакует, другой должен защищаться. Да, Все. Воу, атака Тивимена. Давай. Гаси. Ага, давай, видишь, давай. Так как у Скибидиста выпала защита, Тивимен ему не нанес никаких дэмэджей. Так, атака на атаку. Воу, видели, ребята? Блин. Он просто его боднул. А че у того три, а у того одну отобралось?
Так нечестно. Атака. Атака на атаку. Гаси его, дубай. Давай, давай, Тимимен, ну блин. Тимимена забатлили. А у него хелса еще много осталось. Уф, смотри, скорая. Мы вас поднимаем. В команде соперника замена. Вместо Тимимена выходит камерамен Титан. Ага. Так, мешаем карточки и заново. Все в лопаче. Нужно атаку, атаку только. Да. Атака. И у него? Атака. Атака. А, короче, какая цифра у атаки больше, та атака и побеждает. Видели? А-а-а. Унитаз вылетел с унитаза нафиг. Тимиди вылетел под жопник, унитаза. Дали, он улетел куда-то. Посмотрите, на луну. Посмотрите, Тимимен как будто держится за край. Уничтожаем Тимимена в дробилке. Наоборот. А, восстанавливаем Тимимена в дробилке. Раскрашиваем. Посмотри, какой красавчик. Да, погнали, следующий раунд. Ну что, кто же сейчас победит? Так, тогда у нас победила левая, да? Да. И теперь 1-1, ну какой Джекс. Короче, правая. Это черви, а это... Это кляксы? Да. Это просто нафиг размазня. Да? Это лужи. Я понял. Ну, правые побеждают. Мне хотелось бы, чтобы правые выиграли. Блин, уже ничья. Клоинг. Веселый. Клоинг? Ну, черви заманчивые. 7-5. Выиграли. Так, ребята, смотрим. Румба Фламенко. Испанский беззубик. Поэтому он такой коричневый. На закате. Следующий кто? О, французский. Эйфелева башня. Французские чудо вокруг. Ты лишь оглянись. Не, катаклизм. Да, супер шанс. Безубик в Париже. О, босса нова. Босса нова. Бразилия. Ребята, обалдеть. Ну, на бразильских пляжах. Посмотри. Так, друзья, наша история. Джекс глитчит. Ого, и всех разматывает. Ничего себе. А кто это сделал? Кейн. Он зомби? Нет, это его брат. Нет, это двойники, ребята. Это клоны персонажей, которые стали злыми. Посмотрите. Есть специальная машина, где он создает клонов и делает персонажей злыми. А, то есть, да, они раздваиваются. Вот, и второй Джекс, плохой только. Злой Джекс и добрый. Ну ты, Кейн, с катух слетел. Да вообще. Так говорит, я тут главный, посиди в клетке, подумай. Ух ты, вот это смешно. Аж до соплей. Мне грустно. Ого, королёр, вампир. Королёр, с зубиком. Королёр Дракула прям. С зубиком один. Одним торчит, причем клык нижний. О, нет! Поймали. Помни быстрее, о господи. За ней какой-то сумасшедший помни. Сумасшедшая помни бежит. Да, о господи. Это девочка или мальчик? Девочка. Фига себе, видели, она даже. Они меняют полами, они просто становятся либо хорошими, либо плохими. Но тоже остаются девочками. О господи, о господи. Уходи, уходи быстрее, помни. Спасайся. Вон она рыская. Фух, я так сильно вспотела. С меня 800 потов сошло. Зубал. Зубал, ты тоже потеешь? Нет, вот. А видели, это... какая серая? Фига себе у него молоток. Она ее развалила. И собрала носовочек. Не заметай, Зубал. Браво. Что ты делаешь? Гренгл. А есть плохая Гренгл. Да. Да, я ее помню. Это брат ее, да? А, это Гренгл девочка? Сестра. Только плохая сестра. А это плохая рогата, но у нее нету пуговицы. И у нее воротничок какой шерстяной. Это модно сейчас так. Глоинг. О, правильно, давай Глоинга в башню. Кияу, ниндзя звездочка. Бау. Вау. И бежать надо побыстрее. Быстрее! Рогата так юбку подняла. Вам нужно найти нормального Кейна. Это еще и злой Кауфман. Ну то прям... А мне кажется, Кауфман и так был уже злой. Двойная невезуха. Но если и злой Кауфман, значит, должен быть добрый Кауфман. Надеюсь. И, наверное, он должен сейчас за них... Добрый Кауфман, спасай! Видели, какие у него сережки? Вау! Врывается Кауфман. Давайте быстрее! У нас шанс сбежать. Короче, их что ли двое только осталось нормальных? Всех остальных позакрывали в клетке. Походу. И они так быстро бегут. Не, быстрее! Видели, Гэндал мимо. Такое. Я пролетела. Вау! Да, вот это, такими трюками надо играть. Нафиг королёр. Карате. Вау. Рогата поверила в себя. Я неплохо знаю кунг-фу. Рогата, дубаси всех. Давай, бей. Бей Джекса. Спасите меня. О, все, финальный раунд. Ого. Вау. Это хитрый тип. Вообще ноль реакции. А помню, умеет летать. Она за подругу. Да. Джекса в носяку. Я видел луну. А я видела звезды, видишь? Да. Нет, не вижу. Глоинг.
Хватит! Так может быть Глоинки хотя бы за нас? Мне кажется, Глоинки за нас. Они Кейн, хорошие, они нейтральные. Ты же волшебник, ты же можешь. Я не могу, этот брат свинюка забрал мою волшебную палочку. А, как тебя освободить? Какая клетка прочная, невозможно. Да, самая палочка. Без палочки мы ничего не сможем сделать. Хорошо, туда пойдем, на, куда? А, да, палочка. Попробую найти эту палочку. Ха-ха, вы что, палочку захотели? Да. Хык вам с маслом, мои звездочки. А что у тебя это? Мои звездочки. А что с зубом? У него зуб золотой. Ненормально. Ну, наверное, он просто из интерактивной книжки плохо чистил зубки. Да, и у да, него да. в зубах завелись жучки. Такое бывает. И они начали светиться там. Да. И это желтое. Короче, желтым становится. Ну, это да. Это все. Это финиш. А у рогатой экзит-экзит написано или что там? Или просто все подчеркано? Успевает. Не, подчеркну. Рогата спасает свою подругу быстрее. Из последних сил. Ура! Ну все. Что? Короче, нам, помни, спасла Рогату. Нужно... Рогата спасла, помни. И теперь нам нужно искать палочку. Давайте, девчонки. Вам нужно найти этого злого Кейна. У него, наверное, есть палочка. Да, а палочка тоже отклонировалась. Карате! Вау! Рогата показала кунг-фу. Yes, yes, Рогата, давай! Вы видели? Помни, быстрее. Там тень пробежала. Они так быстро бегают? Кейн? Кто это такие? Это Калфа? Помни. А, это Кейн летает? Он стал большим. У него нужно забрать палочку каким-то способом. Только она теперь мега большая. Кейн, зашей шапку, я тебе советую. Пожалуйста. Очень плохо выглядит. Зашей свой костюм и потом, пожалуйста, свой рот тоже. Фига себе. Я на вас наору. Он робот, он огонь. Он может превращаться в кого хочет. Это что? Вы зачем? И есть смерть. Ой. Это спики. Не играйте со спичками, маленькие звездочки, иначе будете как я. Хорошо. Помни, держись. Нет, все, помню, приконтачили. Я знаю карате. Давай. Чем нам твое карате поможет? Давай, давай, стиль обезьяны. Давай, коня. Быстрее, хоть кто-нибудь. Ты зачем девочку бьешь? Все, это была последняя капля. Нет. Ах ты, Кейн. Свинюка такая. Ой ты. Ну помню, смотри, она восстановилась от нокаута. Она это специально подстроила, чтобы у нее палочку забрать. Молодец, быстрее, помнишь, я тебя угрожаю. Нет, фокусник. Пожалуйста, не надо, не бей меня. Бей поздно. Его. Открывай, что там, портал. Правильно, давай. Я подумала, она такая, мимо, я такая, вау. Она включила на кубике вентилятор. Да. И что-то всех, короче, туда замотает. Лети, мои маленькие звездочки. А, короче... А тут все, короче, булят сами себя. Ну да. Они все улетают. А ветер действует только на злых клонов, а на добрых все нормально. Ну, либо просто они... Смотри, они даже ее ударить не успели. Да. И покидают цифровой цирк. Ну, пока! Либо просто все хорошие в клетку. Пока, ребята, пока. Да, пока, пока. Вас ждет зеленый вентилятор. Я... Пока! Я не хочу в тот мир. Удачи. Сейчас Кейна собью. Да. Нет, не покидайте меня, я вас запомню. Я еще вернусь, рано или поздно. Он нам сказал... Мы будем вас ждать. И торжественно испортил воздух. Так, и тем временем... А, все! Ура! Финита ля комедия. И что? Помни, я думал, ты им похавать дашь, а ты памятник поставил. О, господи. Кэтнэп, нет! Не пускай! Не надо! Нет! Он опять на нас там... Зеленый фон. Вау. Посмотрите! 3D-модель! Да, моделирование 3D, и сейчас мы будем делать с вами на 3D-принтере. Зачем? Что вы делаете? Это Nightmare Catnap. Catnap из ночных кошмаров. Он как бы и так да, не да, красавчик. Да мне и так страшно до задницы. И без него Nightmare. А теперь Nightmare. Он будет еще хуже. Он забыл принять лекарство. Блин. Это блин. Это сейчас будет страх и ненависть Лас-Вегаса. О, Господи. Это одни кости. Да, кстати. Он скелетский какой-то. Это, короче, он из куклы превращается в своего обычного Кэтнэпа. А под, это когти. Это пальчики. А потом ночью он еще становится Nightmare Кэтнэпом. Это да, да, он как бы и сначала некрасивый. Да, вот, ребята, мы сделали с вами 3D-модель, распечатали на 3D-принтере. Это все, такой страшный. Вырезается и потом Nightmare из запчастей раскрашивается. Да, Nightmare Catnap написали, да? Физили глазюки. Да. И он, короче, не фиолетовый, он какой-то такой, знаете, грязно-серый. Мне он давно не нравился и казался страшным, а сейчас он прям жутко криповый. Прям. А вот эти вот его тоненькие лапки, ручки и ножки. Глаза. Глаза вот такие черные, потом такие вмятые, белые, с одной точечкой. И даже ребра торчат. Фу.
Короче, он это, ночью встал перекусить, потому что он что-то худенький очень сильно. Да, давай, кэтнэпом, мы тебе верим. У него, смотри, какие лапки тоненькие. Это похоже на какую-то... На курицу. Точно. Это похоже больше на кикин-чикина. Кикин-чикин. Слушайте, может он это, косплей занимает, косплеем занимается. Может быть. Косплеит персонажей других смеющихся тварей. А вы знаете, что кэтнэп делает по жизни? По жизни. Ест людей. Ну, типа нас. И немножко, конечно же, улыбающихся монстров. О, вот это ночной кэтнэп. Кошмар. Я и так его боялась, но это вообще страх страшный. Прям вообще не хочется. Просто красавчик. Друзья, поддержите лайком эту серию. Смотрите все видео на всех наших каналах. Валеришка Мак. Лайк, Сим, Плей, Геймс и Фэмили. И на наших новых каналах Влад Элера играет, Влад Элера, Валерий Кэт и Валеришка Лайк. В описании все ссылочки, переходите, везде подписывайтесь. Мы вас очень любим и стараемся только для вас. Потому что вы у нас самые лучшие. Всем пока-пока.